Открыты с 8 утра до 20.00 ежедневно. График работы подмосковных поликлиник, а также порядок приема граждан в связи с ростом заболеваемости коронавируса и ОРВИ изменен. Теперь в медучреждениях разделены потоки пациентов. Граждане с признаками ОРВИ с условием, если температура тела не превышает 38 градусов, могут посетить учреждение самостоятельно и без предварительной записи. Увеличено количество врачей для оказания помощи пациентам с симптомами респираторных заболеваний. Плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках пока ограничен. Сохраняем прием врача-онколога. Сохраняется наблюдение беременных врачей-гинекологов в плановом порядке по предварительной записи. Все остальные специалисты переведены на экстренный неотложный режим оказания медицинской помощи. Пациенты с соматической симптоматикой, с какими-то неотложными состояниями могут вызвать врача на дом. Если это терпящие, так скажем, какого-то времени отсрочки, то могут обратиться с понедельника по пятницу. Также с 8 до 8 работают дежурные врачи, которые оказывают медицинскую помощь таким пациентам. Продлить или закрыть больничный лист теперь можно и дистанционно. Врач диспетчерского центра свяжется с пациентом и задаст все необходимые вопросы. В тот день, когда у вас будет по плану закрытие больничного листа, вам позвонят из поликлиники. Если вы уже здоровый, у вас нет жалоб, его могут закрыть по телефону. Открывается больничный лист только после осмотра врача. Его откроют в тот день, с того дня, в который был сделан вызов на дом. Пункты вакцинации в поликлиниках продолжают свою работу. Сделать прививку можно при предварительной записи или даже без нее. Мобильный пункт вакцинации в связи с необходимостью увеличения количества врачей в поликлиниках теперь работает только в гипермаркете «Глобус». Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.